Историки, пытаясь ответить на вопрос о том, почему пятница 13-е считается днем несчастья, вспоминают об ордене тамплиеров. Французский король Филипп IV в пятницу 13-го 1307 года приказал арестовать членов ордена вместе с его руководством. В этот день их обвинили в ереси и богохульстве, пытали и казнили. Говорят, что король выбрал такой день не случайно, считая, что именно в пятницу 13-го был распят Христос. После этого предрассудки о пятнице 13-го были исключительно народными. Финансист и писатель Томас Лоусон выпустил роман «Пятница 13-я», в котором он описывал искусные махинации на финансовой бирже. В них использовали суеверия некоторых людей перед пятницей и числом 13. Но по-настоящему страшной «Пятница 13-го» стала после 1980 года, когда появился фильм про серийного маньяка в хоккейной маске по имени Вурхис. У людей есть такое явление, которое называется «магическое мышление». То есть мы можем понимать и разглядывать мир через символы. Вот. А символы, как правило, бывают совершенно разные, загадочные и непредсказуемые. И вот любая такая неопределенность, она всегда тревожит. 13-е и пятница – это, конечно, вот это вот магическое какое-то явление завораживающее. Вот. Оно, скорее всего, должно быть очень-очень веселым. Юмор, конечно, это растворяет все эти вещи. Самые суеверные люди, особенно во время сессии, это студенты. На что только они не идут, чтобы получить хорошую отметку. Форточку не кричала, но накануне экзамена мысленно проговорила: «Халява, приди». У нас сейчас нет зачеток, у нас все в электронной форме. Но из примет я делал, например, подкладывал книжку под подушку по тому предмету, по которому у меня была сессия. Кричать в окно: «Халява, приди». Не мыться перед сессией, чтобы не смыть все знания и не стричься. Вот. Ну, соблюдаешь? Конечно. Вот есть, допустим, то, что сегодня пятница 13-я, да, как-то на интуитивном уровне такое ощущение, как будто это какой-то нехороший день. Вот, и то, что ничего не сдали, не сдадим. Вот, но вот экзамен прошел, и ну, меня результат полностью устраивает. По мнению психологов, лучший способ побороть тревоги и страхи – пойти им навстречу. К примеру, если вы боитесь черную кошку, нужно ее завести. Сотрудник приюта для животных Яна Сыдыкова так и сделала. Но на одной черной кошке остановиться не удалось, и теперь у нее их три. Котик – это котик, это он не приносит никаких там неудач. Все-таки животные, они больше положительных эмоций приносят. Дарят людям любовь, тепло, уют в доме. Поэтому у меня у самой дома три черные кошки. Дома полно теплых котов, особенно сейчас в холода, когда было на улице минус 40 градусов. Нам было очень тепло, они нас облепили со всех сторон. Избавиться от страха перед черной кошкой можете и вы. В кота-кафе живет черная кошка Лайма. Ей 5-6 лет. Ее нашли на улице, вылечили. Но Лайма боится котов и большого скопления людей. В приюте ей тревожно, и она мечтает обрести дом и заботливого хозяина. Виктория Шарая, Николай Епифанов. События.